Далее, третий, четвертый квартал. Это у нас сейчас проводится СО. Далее, аренда производственных и административных помещений, найм ученых и персонала. Далее, разработка проектов технологических. И так далее. В общем, будут вести все разработки. И уже в четвертом квартале будет выход токена на бирже. И будет старт изготовления пилотного образца PRT-2. В 2019 году уже будет все изготовлено. В 2019 году со 2 по 3 квартал уже будет запуск серийного производства. И потом уже будет начало выкупа токенов PRT. Далее будет усовершенствование PRT-2 и расширение рынка сбыта. То есть вот так вот будет все развиваться. И здесь мы видим CEO, это Папуша Анатолий Иванович. Далее Папуша Игорь Анатольевич, это инженер-эколог. В общем, и так далее. У них такая вот команда профессионалов своего дела. Вот, я не буду заострять внимание на всех. Вы можете сами посмотреть, перейти, почитать об этих людях, кто занимается этим проектом. Я же не буду заострять внимание. Давайте просто пролистаем. Ну, здесь известные люди с этим проектом работают. И вот можно почитать, что о проекте пишут СМИ об академике АИ Папуша. И снизу у нас, как обычно, ответы на часто задаваемые вопросы. Здесь вы можете всегда найти какие-то ответы. Ну и, конечно же, я рекомендую всем присоединиться к социальным сетям проекта, чтобы быть в курсе последних новостей. Вот здесь ссылочки на социальные сети проекта. Также, к примеру, если у вас какие-то возникли вопросы, вы всегда можете задать их разработчикам в телеграм-канал. Вот, как-то так. Ну и, конечно, чтобы быть полностью в курсе проекта, обязательно читайте белую бумагу. Ссылку на белую бумагу я оставлю в описании к этому видео. В общем, вот такой проект Папуша. Всем рекомендую присмотреться. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока.